Ассаламу алейкум, приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня мы вышли на улицы Лондона, чтобы спросить у местных англичан, что они знают о Рамадане. About Ramadan, it's religious. О Рамадане? Это мусульманская религиозная традиция. Они не кушают и не пьют, постятся в течение определенного времени. Они постятся в течение месяца, кушают и пьют только после захода солнца и до рассвета. Рамадан – это мусульманский праздник, в течение которого люди постятся большую часть дня и кушают после заката. Рамадан для мусульманского сообщества. Они перестают кушать в течение дня. Они принимают пищу после заката. Период поста для религиозных целей. Это пост для мусульман. Это период мусульманского поста, и завершается он праздником Ид. Это мусульманская традиция, где люди соблюдают своеобразную диету. Рамадан – религиозный праздник, длится месяц, чтобы люди стали лучше, и это делают они во имя Бога. Я мусульманин и знаю, что Рамадан – один из пяти столпов ислама. Период поста в дневное время суток. Нельзя кушать и пить. Рамадан – это период поста. Завершается праздником Ид-аль-Фитр. Рамадан – это важное мусульманское торжество. В конце Рамадана есть праздник Айд. Люди постятся в Рамадан. Как вы уже увидели, жители Лондона, люди далекие от ислама, знают о нашем посте Рамадан очень много. Так что мусульмане, которые попадут в судный день и думают, что могут сказать, что ничего не слышали, очень сильно ошибаются. Даже люди далекие от ислама знают каноны нашей религии.